нас на базе нашей школы Михайловской 2 с 2023 года существует такой замечательный кадетский класс. Помогает нам во всем Сергей Алексеевич Фокин, наш замечательный атаман. И очень радостно, что сейчас довольно-таки часто к нам очень много обучающихся нашей школы начали вступать вот в кадетский класс. И сегодня мне бы хотелось вручить удостоверение тем ребятам, которые вступают в наши ряды и тоже хотят участвовать в нашей очень активной творческой, спортивной и военной деятельности. Поэтому позвольте сегодня вручить удостоверение Гулиной Марии Сергеевне. Сейчас живем. Спасибо деду за победу.